Ты все стережешь? Все стережет. Вот здесь нормально, пока еще не замерзла. 3 дня назад топили. Сливаю воду. Здесь вчера вечером поздно успела слить. Слава тебе, Господи, уже он схватил и замерзла. Морозы у нас так стоят. Эту жалко выливать. Сейчас домой заберем. Будем использовать по назначению. Так у нас стоят минусовые. Жалко выливать. В хозяйстве пригодится. Сейчас пойдем, замерзнем. Со мной контролирует процесс везде. Обещают у нас оттепель. Что-то не похоже на потепление. По приметам, да? Сидят птицы на верхушке деревьев, вроде как к морозу. Или что-то путаю, поправьте меня. Хил, руки замерзают, как говорится. Мороз невелик, а стоять не велит. А я всех приветствую на нашем канале. Завела тесто на оладушки. Порезала небольшую луковичку средним кубиком. И совсем-совсем немножко колбаски болтается. Тоже измельчила. Сейчас все сюда. Сейчас немножечко постоит. Сегодня у меня нет рожей, делаю на разрыхлителе. Необычный вкус, чем-то похож на жареные пирожки. Ну, минут 10-15 и нажарим. В общем, как-то так получается. Это, кстати, из дешевой муки оладушки. По вкусу чем-то напоминает мне беляши или чебуреки. Такой же вкус. Вот так вот в разрезе выглядит. Видно и колбаску, и лучок. Но лук практически, вот он не хрустит. Он, ну, не жесткий. Если и крупно не будете нарезать, нормально. Ну и со сметанкой. Со сметанкой, конечно, это вообще огонь. Делаю так частенько, друзья, когда хочется пирожков, но лень печь. Здесь привкус вот этой колбаски, да, получается, как будто, ну, мясной такой привкус. И лучок. В общем, друзья, кайфую. Иди угощу, мой верный дегустатор. Ой, вредная собака с характером. Ну, люблю, моя любимица. Все, побежала дегустировать. Сало перетапливаю на печке. Очень люблю картошку жареную на сале. Можно обжарку делать для супа вместо масла. И, в общем, перетапливаю. Вот у меня осталось совсем-совсем немножко. Прям в эту банку буду сейчас сливать. И очень давно ищу рецепт. Может, кто-то знает. Наверное, это обращение к людям старшего поколения, кто смотрит. Раньше наши бабушки пекли такие баранки, или как они правильно назывались, куличи. На сале, именно на свином сале. Они такие получались рассыпчатые, хрустящие. Моя бабушка точно пекла, но я не могу найти рецепт. Я перелопатила весь интернет, нет рецепта. Возможно, кто-то знает, если не трудно, напишите. Буду очень-очень признательна, хочется вспомнить вкус детства. Ну, в принципе, все, что могла, взяла. А здесь у меня остались шкварочки. Я очень люблю суп вермишелевый, добавляю вот шкварки туда, очень вкусно. И помню в детстве, когда бабушка жарила сало, мы тягали эти шкварки со сковородки просто так. А вкус тех баранок я, наверное, не забуду никогда. Буду очень признательна, если кто-то знает рецепт. Там само тесто шло именно сало свиное. Сейчас понапишут: холестерин, вредно. Ой, наши предки, бабушки и дедушки испокон веков жарили все на сале свином и были здоровее нас. А мы сейчас, хотя и придерживаемся здорового образа жизни, но здоровьем не блещем, поэтому это даже не пишите. Тут выбор и дело каждого. Я лично их очень-очень люблю. На улице сегодня пасмурно, серо, неуютно. Сегодня прощенное воскресенье. Я у всех, кого невзначай обидела, прошу прощения, простите меня. И я всех прощаю. С прощенным воскресеньем вас, друзья, широкой масленицей. Ну, а я бегу на работу сегодня. Сегодня решила сварить рассольник. Муж очень любит, я не особо. Я вообще не люблю соленые огурцы. Больше люблю маринованные, делаю их много. А соленых делаю всего вот 2-3 банки специально для рассольника. Винегретик добавлять. Сегодня у меня еще и перловки нет.
в таких случаях выручают вот такие вот заготовочки на зиму. Тоже из последних огурцов, из корявых, неказистых делаю такие заготовки на зиму, рассольничек в банках. Поэтому сегодня сварим рассольник. Муж с баней занимается, сегодня будет у нас банька. В общем, а я кашеварю. У нас опять за окном не пойми что. Вроде и тепло, но ветер холодный. И опять солнышка нет. Здесь доваривается завтрак для мужа. Каша геркулесовая на воде. Ой, до чего же она страшная, невкусная. Вот эти двойки, тройки, единички я не признаю. Варю из геркулеса, который долго варится. Сегодня каша на воде. Я вообще ее не могу есть. Мне кажется, это такая гадость. Хотя знаю, что полезно. Рассольник мой доваривается. Печка истопилась. Сейчас поставлю на печку. Пусть стоит, булькает, настаивается. Сегодня у нас говядиный рассольник. Что, попробуем немножко покормить? Ну что вы, детский сад? Переживают за вас люди. Говорят, мало сена. Сена у них тут много. Им тепло. Скажи тепло нам, не переживайте. До. Давай, давай ты пробуй. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Привыкай. Ну смотри, вот этот первый сразу стал есть. Да, 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 давай. Тихо. Не понимает, скажи. На. Ну-ка. Ну-кась. Да, потихоньку. Ну-ка. Ладно, потом. Смотри, надо же лапами, чтобы туда не лезли. Посматривай, а. Вон как едят. Молодцы, молодцы. Все. Куда лапой-то полез, малыш? Этот, смотри, как рвется. Ты жадный. Ты жадный. Ты самый такой, вроде это, маленький уже, наверное. Три недели? Еще надо, да, прикармливать начинать. Все. Эй, ты-то давай, базурманчик. Первый давай, день лезь, сегодня лезь, вот давай, дали лезь, попробовать. Лезь. Геркулес. Да, первый день. Молодцы. Манку не даю, не знаю. Этот, смотри, тыкается, а не понимает. Ничего, этом... приучится, о, приучится, все. Приучится, приучится. Все, давай, давай, давай. Вот так, надо пошире. Вот, смотри, молодцы. Все. Ну, главное, чтобы тарелочка была побольше, и все. Да, маленькие, кушайте. Это на зубы прилипло. Пожиже чуть-чуть надо делать. Нормально, все. Нормально. Куда полез-то хоть, малыш? Эй, куды? Смотри, как ест хорошо он тут. Угу. Вот молодцы. Это переживает. Да никто не тронет, тебе легче будет, проще. Молока уже, наверное, не хватает. Погода у нас совсем обалдела, еще больше стало мести. В общем, завтра первый день весны. Зима не хочет отпускать. Метет, света белого не видно. Ну, соседям дрова привезли. Березка. 10, наверное, или 8 сейчас у нас стоит, даже не знаю. Колочек выручает этот. На баню воду выбираем. Переливать туда за плеч. Вот так. Вот так вот, ребята, мы всегда и пользуемся. Оставлять нельзя, заморозить. Потом еще ходочку сделаем. Ну, нормально будет.
Метель у нас не прекращается, даже усилилась. А я жарю драники. Сейчас начался пост, так что кто придерживается поста, удачи вам, терпения, главное здоровье. В общем, а я пост не держу, я последнюю недельку только придерживаюсь. Было время, когда держала пост, но уже несколько лет не держу. Скажу, что это трудно, сложно, готовишь себе отдельно. Выбираешь постоянно продукты, да, думаешь, что приготовить, хоть и кажется, что вроде так легко. Ну, кто держит пост, люди молодцы, уважаю. Так что пожелаем вам удачи в этом нелегком, скажем, деле. Ну, а мы, грешники, будем сегодня пить чаек с драниками. И как принято, да, и многие считают, пост выдержишь. Ой, типа грехи тебе все отпустят, сам Бог простит. Но это такая ерунда, ребят. Главное всегда оставаться человеком в любых ситуациях. Совершать добрые дела. И, как говорится, свыше все зачтется. У нас все эти дни идет снег. Насыпало хорошо. Он то идет, то перестает, но тем не менее сыпет. И сыпет уже такие большие-большие сугробы. В этом году мы, наверное, поплывем. Обещают весну дружную. Кстати, вас с началом весны. Сегодня хоть солнышко светит, немножко на душе веселее. Но снег идет. А я сегодня хозяйничаю дома, стираю, прибираюсь. Поставила тесто по рецепту, как пух. Муж у меня уехал по делам. Приедет, как раз испеку пирогов. Тесто классное, очень люблю этот рецепт. Уже он бродит, поднимается. Сейчас буду разделывать скоро. Примеряю обновочки. Заказала на Валбересе вчера. Привезли это. На работу я взяла 2 свитерка. Сейчас и не холодно, и не тепло еще. Ну, они не толстые, тоненькие такие. По 300 с небольшим рублей оба. Особенно вот этот. Мне нравится качество. И вообще смотрится классно. В общем, скоро лето. Взяла яркие такие кислотного цвета носочки. Тоже 200 с небольшим. И в подарок дали вот такой вот. Ну, патчи, короче, положили. Решила, в общем, себя побаловать в преддверии 8 марта. Ну и хочу сегодня всех поздравить, девчат, с наступающим нашим праздником, с праздником 8 марта. Совсем уже немножечко осталось, поэтому заранее всех поздравляю. Всех девчонок, всех женщин, бабушек, мам. В общем, всех-всех с праздником. Самое главное, всем здоровья, мира, покоя, добра. Взаимопонимание в семьях, поддержки, что самое главное в наше время. Будьте счастливы, девчата, пусть все задуманное у нас у всех обязательно сложится, чтобы детки были всегда рядом, чтобы помогали, ценили. В общем, всего-всего самого наилучшего. Самое главное, всем нам мирного неба над головой, что сейчас самое, наверное, актуальное из всех пожеланий. Всем хочу сказать огромное спасибо за поддержку, за комментарии. Не судите строго, показываем жизнь такую, какая она есть. Просят снимать чаще, но, к сожалению, у меня не получается. График, когда 2 дня дома, то, конечно, стараюсь снимать. Да и событий таких особых пока не происходит. Обычная деревенская жизнь, поэтому как-то так. Всем спасибо, что с нами, всем удачи, берегите себя и до новых видео встреч. А я пошла печь пироги.